Больше 10 тысяч жителей Самары встретились в последний день Масленицы на площади Куйбышева, чтобы проводить зиму. Все от мала до велика ловили солнечные лучи и хорошее настроение. У меня свой дом, мы жжем чучело. Вообще все прекрасно и хорошо. Масленица – это весна, любовь, любовь! Замечательно, нам все понравилось. Можно прийти отдохнуть с детьми. Масленицу люблю, блины очень вкусные. Кроме традиционных конкурсов и концертов, впервые на площади Куйбышева установили огромную печку, из которой раздавали бесплатные блины. На вершине главный символ прощания с зимой – кукла Маслена. Еще одной новинкой стала выставка самоваров. Самый большой, на 40 литров, пыхтел и угощал гостей чаем. На широком празднике Масленицы можно не только отведать блинов, но и испытать себя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. А кто вы? Я кузнец. Скажите, пожалуйста, что за конкурс у вас здесь происходит, что нужно делать? Нужно забить гвоздик за меньшее количество ударов. Надеюсь, попробовать? Конечно. Что ж, друзья, попробую испытать свои силы. Поехали. На народных гуляниях можно было встретить и организаторов праздника, главу Самары Олега Фурсова и представителей мэрии. Все требования, которые предъявляются санитарными службами, они здесь выполняются. Блины здесь есть как привозные, так и те, которые пекутся на месте. Для этого есть все условия, гигиенические, электрические, и палатки, вы видите, все хорошие, организованные. Очень много интересных новых ремесленников сегодня посетили Самару. Как всегда, наш областной центр принимает ремесленников из Оренбурга, из Ульяновска, из Кинель-Черкасы, из Сызрани. Особенностью сегодня является еще то, что все творческие площадки в основном занимают детские и юношеские коллективы наших учреждений образования и культуры. Масленицу отметили во всех уголках города. В Самарском районе праздник встретил гостей на Ленинградской улице. Русские народные забавы пришлись по вкусу жителям. Праздник чудесный. Настроение у меня, я не знаю, попала я сюда нечаянно и вообще первый раз в жизни. До такой степени мне праздник понравился. Я готова плясать, выйти, прям плясать и в присядку. Моложе стало, мне кажется, я прям на 30 лет. Хоть зимой и попрощались, по прогнозам синоптиков, она еще не хочет покидать самарские широты. В ближайшие 3 дня будет не по-весеннему холодно. Ночью температуры могут опускаться до -8 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +2. Впрочем, к концу недели весна обещает вернуться. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.